National Geographic признал работу дагестанца лучшей. Снимок Омара Покалова стал передовым среди более 2000 работ. Однако для самого дагестанца фотография всего лишь хобби. Основной род деятельности Покалова – оказание помощи животным. О фотографии любителей и добром ветеринаре в одном лице смотрите в сюжете Карины Баталовой. Мирно пасущиеся овечки на буйной зелени скал. На этом фото запечатлено гармоничное сочетание живой и мертвой природы. Именно она является главным вдохновителем для Омара Покалова. Он часто изображает ночное звездное небо, окрестности родного аула Чох и, конечно же, величественные горы. Ну, горы они молча фазируют, они не капризничают. Ими все время только можно наслаждаться, и величество гор, природы. Знаю, как объяснить. Фотографией Омар увлекся еще в школе. Вспоминает, как растрачивал на снимки всю пленку старого «Зенита». Теперь камера современнее, снимки профессиональнее, да и времени и сил уходит больше. Например, чтобы запечатлеть этот метеоритный поток, Омар в минус 10 градусов в горах снимал 5 часов. Тысячи лайков и подписчиков. Страница с фотографиями Покалова пользуется большим спросом. А работы выходили в финал многих крупных конкурсов. И все же Омар считает себя больше любителем. Фотография стоит на втором месте, а на первом – неизменно животные. Ну, ветеринария, она всегда была, в принципе, в моей жизни и с детства. Даже вот, если связан с какой-то вот, той фотографией, порода овец, которая дагестанская горная, она выведена моим дедом, поэтому это больше династия. И дядя был в свое время ветеринаром, и так все это пошло. Ветеринария не самое чистое и прибыльное дело. На вопрос, почему бы вместо этого не стать коммерческим фотографом, Омар без бахвальства отвечает, что хочет помогать животным. Ну, тут главное это. Возможно, будет нескромно, как сказано, но любого животного без этого здесь никак. В качестве приза в конкурсе Омару вручили ваучер на поездку для двоих в самую высокогорную страну мира – Непал. В нее входит посещение национального парка Четван, города Катманду и Покхару. В Непал, честно скажу, очень давно хотел. Лет 10 назад я еще планировал туда поехать, но не удалось. Но в этом году, видите, как... Весть о победе быстро облетела весь Дагестан. Ну а ветеринар-фотограф Омар не намерен бросать любимое дело и собирается дальше искать интересные места для съемок. Карина Баталова, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала.